Соточки. Так что такое-то? Он меня дергает и дергает. Это специально окушко вот тут мужик тогда уловил. Спрашивал, говорит, сразу не нужна за хуйнями. Ехать далеко тоже сейчас смысла нету. А зачем? Тоже... Если мы знаем, что здесь ловится. Приманка начинает действовать. Всем привет! С вами Стофити и компания, и я Саня. Хочу, ребят, сразу же извиниться за то, что меня так долго не было в интернете. На это есть веские причины, вы уж меня извините. Сейчас, ребят, обещаю, что наверстаю все то упущенное, что я пропустил. Так что не теряйте меня, ребят, я снова с вами в строю. Наконец-то мы вырвались на рыбалку. Сегодня у нас суббота, чудненькая погода, ребят, серьезно говорю, чудная. До этого у нас стояли недели две или три, точно говорю, там морозы. И морозы у нас стояли такие крепкие, доходило до 35 градусов. Потом сменилось, пошли ветра. И ветра тоже такие хорошие, от 9 до 12 метров в секунду. Куда, черт? О, колюнка каких таскает. У меня только дерготня идет. Ну вот сегодня у нас именно хорошая погодка. Сидели мы дома с Марихой, отдыхали, и тут звонок. Коля говорит, собирайтесь и срочно едем на рыбалку. А то поеду один. Мы с Марихой быстро собрались, пришли к Коле, сели на снегоход и поехали на нашу любимую реку Печора. Поэтому сегодня у нас здесь рыбачит это Марихуанушка и Коля, а также я, ваш покорный слуга. Сидим мы почти на том же самом месте, но уже поближе к городу, где-то на километра полтора. Сидим мы в нашей палатке 4T Long, это Колина палатка. Сидим мы как в хоромах. Очень чудненько и превосходненько. Сидим мы уже где-то минут 40. Наловили вот столечко вот рыбы. Ловим мы на те же самые снасти, на ту же самую приманку. Это опарыш и червь. Когда приехали, тут стояло еще где-то палатки 2 или 3. И нас встретил как раз один мужичок. Он рыбачил то ли с дочкой, то ли с внучкой, я не знаю. И говорит, когда я у него спросил, ну, как клюет или не клюет, на что он ответил, да нет, он говорит, одни только ерши, где-то штучек 5-6 сорожен и штучки 4 окуня всего лишь. В общем, клев очень слабенький. Но, ребят, у нас есть прикормка. Прикормка собственного изготовления. Если быть точнее, то Коля сварил кашу и размешал ее с покупной приманкой. Этой приманкой мы подкормили наши лунки, и клев не заставил себя ждать. Не знаю, как у того мужика, а у нас клюет отлично. Сидим, отдыхаем. В общем, ребят, класс. О, и Калюнька уже, смотрю, дуплетик лупанул. Ну, хорошие. Ну что ж, а вы смотрите, держите за нас кулаки. Ни хвоста нам, ни чешуи. Будем продолжать рыбачить. А вы ставьте лайки. Ну а кто не подписан, подписывайтесь. Ну что ж, смотрим, что будет дальше.
кстати, буквально вчера только Калинка вспоминали. Поедем мы на рыбалку или не поедем? Улетел ты, не улетел в командировку? В понедельник. О, Мариха что-то там тащит. Ох, ох какой вот опушок. Вот он меня достал, да? Дергал и дергал. Нет, не уходи! Не уходи! Побудь со мной! Да что ж ты, а? Надо гнаться! Выдергиваю! Ох, ничего себе, опушочек хороший! Все такие в процессе. Опля! Да ладно, ладно. Да но, но. Рыбачка. А! Что я сделала? Я рыбу не туда кинула! Как так-то? Она взяла булку, кинула рыбу. Коля, прости. Марьку. Рыбки нет. А я говорила, я большую поймаю. Ах ты, возьмай, возьмай, возьмай. И в лунку его, Марик. Нет. Опа-на. Хорошая, хорошая, нехорошая. Хорошая, нехорошая. Хорошая. Ты болчишь. Молчишь. Ты болчишь. И он меня как дергается. Ох ты, еще есть. Сорога. А так бы я прокричала. Есть. И была прославлена на всю Россию. Это кто? Серега. Вот эта Марыха поймала Серогу. Опля, нравится мне такая рыбалочка. Первая пошла. Опля! Рыбка ушла одна в лунку мою. О, ничего страшного. Так, что у нас время? Около 4 часов. И опять начался очень интенсивный клёв. Красиво сказала! Вот уже поверил. Накидали уже мы сколько. Вот она разная. Сначала и мелочь была, а потом крупничок пошел. Ну, это хорошая, Саша. Хорошая. Угу. Давай, Коля. Ну, это средненькая, скажем так. Да, не очень хорошая. У нас тут такая движуха. В корзине шлепают. Из лунок вытаскиваем, шлепотки стоят. Ох, красота на рыбалочке. С мужичками сижу, рыбу ловлю. Кайф. Вытягиваю эту рыбку. Играет такие очень красивые. За палаткой ветрище. А мы сидим здесь очень тепло, светло. И что-то у Саши, ну, ниже среднего, скажем так. Да?
Да. Вот так вот мы вот, ну, рыбачим. Мы же такое выпускаем, да? Это... Позови бабушку, дедушку. Да ну, но... Про бабушку. Ох, Коля, про дедушку. Тихонечко. Достает с двух удочек там. Охо-хо! Лови ее! Он же может и в лунку за ней. Нырнуть. Так хорошо. Вот так вот мы рыбачим. Ну, уже все, уже ближе к делу. Эти мы берем, точно. Покажи, Саш. Ой. Ладно, сейчас я. Это вторая корзинка уже. Сегодня Коля сказал нам 3 корзины поймать. Вот мы стараемся. Что ж, скажем нашей реке Печора большое-большое спасибо за такой прекрасный день, за такой прекрасный улов. Собираемся на снегоход и домой. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был канал Стофики и компания, и я, Саня. Пока!